Всем привет! Вы на канале OEMZAP. У нас сегодня Grand Starex 8 года с двигателем G4CB. Пробег в нем, сейчас мы глянем, но если не ошибаюсь, 255 тысяч километров. Приехал на замену мотора. Пробег, как видите, 255-269, 8 год. Вот состояние его салона на такой пробег. Как вы ранее говорили, человек приехал на замену мотора. Предыстория. Сгорели шайбочки форсунок, забило маслоприемник, давление показывает почти ноль. Развалилась турбина. Человек уехал, мы ему все сказали. Прошла где-то неделя, насобирал денег и приехал менять мотор, турбину. Сейчас будем все это снимать, разбирать, ставить новое. Будем ставить вот такой мотор. Это все тот же G4CB, только это ребилдовский мотор. На нем новая головка, новые цепи, масляный насос новый стоит, вкладыши по состоянию, наверное, новых, кто его перебирал. На этот мотор будет новая турбина стоять полностью. И что надо будет из навесного. Владелец этого автомобиля ездил на масле 5.30 оригинальном, но никогда не менял шайбочки. Он на нем больше уже 100 тысяч проехал. И сгорели шайбочки форсунок. Медные здесь шайбочки стоят. И начали картерные газы попадать в масло. И забило маслоприемник. Началось коксоваться масло. И поэтому потерялось давление масла. А потерялось давление масла, на турбину не хватало давления масла и на вкладыши. И поэтому вот такая печаль. Так, ну что, смотрите, укомплектовали мы весь наш новый мотор. Уже со старого все переставили, отмыли и поставили на этот. Только у нас новая турбина, как мы и говорили, потому что она у нас тоже развалилась, а у нас новая турбина оригинальная. А, смотрите, плюсы и минусы ребилдовских моторов. Банально, вот человек приехал сегодня в обед, сейчас у нас сколько, 5 часов вечера, он уже в сборе у нас. Сейчас мы его будем ставить и сегодня будем его заводить уже. Это выходит быстрее, если ставить ребилд, например, а не перебирать, во-первых. Во-вторых, по ценовой категории это дешевле выходит, чем вы будете свой делать заново. Мне кажется, это уже достаточно, что и быстрее, и дешевле. А там смотрите сами. Теперь берем его мотор, вешаем на гуся и засовываем обратно его, где он и был. Будем запускать, покажем. Ну что, двигатель стоит на месте, сейчас будем его запускать, смотреть на давление масла и потом на проверку всех течей. Первый запуск. Чуть дольше обычного, но прокачается топливная система и будет нормально. Давление потухло, двигатель работает нормально, осталось прогреть. Посмотреть на течи и отдавать владельцу. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока!